такие вот очереди за билетами в наш аквариум. Цены аттракционы, все фунтов, а очереди просто часик надо будет постоять и подождать. Так что надеюсь, сниму, покажу, и вам понравится. Хотел бы вам показать, ну, шикарных рыб. Я не знаю, кто это. За рыбы, да? Я думаю, я сейчас помолчу 2-3 минутки и дам вам насладиться. Да и сам буду наслаждаться. Поставим камеру в такой вот формате. И хотел бы услышать от вас. Ребята, что это за рыбы, как вы думаете? Что они едят, чем они питаются? Конечно, объем аквариума тут. Это уже не аквариум, это бассейны. Вода, видим, кристально чистая, растения, я понимаю, это искусственные. Но за такими рыбами можно, как говорится, наблюдать часами. Снимаем зал. Вот смотрите, какая толщина у нас стекла. Все шикарно сделано. Руки не опускать обязательно. Вот бассейн с лодкой. Тут у нас крупнички плавают. Скаты очень интересные. Штаты огромные, востоколы. Вот это я понимаю объем. Тут даже акулки небольшие плавают. Все сделано суперски красиво. Так и хочется опустить ручку и потрогать. Так что вот такой вот отдел. Sea Life. Океанариум. Лондон. Смотрите, какие, ребята, интересная рыбка. Или это не рыбка. Очень-очень интересно. Как плавает. Ребята, вы из вас кто-то держит таких рыбок или содержал? Выглядит прикольно. Это наши чудесные морские коники. Один очень-очень скромненький, прячется. Но морской аквариум не очень красочный. Ребят, не знаю кто. Это всякие рокет, джеллифиш. Очень много все, что связано с морской тематикой. Ух ты, какие красивые медузы у нас. Это медузки, да? Очень-очень красивые. Разноцветные, различные.
Excuse me.